Привет, я миньончик. Ты миньончик? Да, я миньончик. А я думала, ты Владик. Говори всем ребятам привет. Привет, ребята, это миньончик. А что вы сегодня будете делать с миньончиком? Огивает огонечки. Коробочки новые? Да. А кто у нас в новых коробочках? Кто здесь живет? В этих домиках? Дети. Ну, подожди. А что это за коллекция? Кои. Тролики? Да. А у тебя уже есть тролики? Есть. Да. Да, там они все лежат, да? Ну, давай, выбирай коробочку, которую мы будем открывать сегодня. Вот эту? Хорошо. Да. Пусть тебе миньончик помогает. Открывайте. Волочки. Вау, как вы открываете. Вау, кто же у нас попался? Этот тролик, как ее зовут? Мимасика. Мимасика? Да. А может, Крихитка? Да, Крихитка. Крихитка, да. Да, я большие кои. Да, она была самым маленьким тролликом, да? Да, я. Малышка. Сейчас мы ее оденем на карандашик и покажем всем ребятам. Какой у меня. Вот, у нее есть карандашик и вот такой вот тролик. Красивая такая девочка с бантиком, с голубыми глазками. Ладно, а что у нас еще? Что? Карандаш белый? Да. А кончик какой карандаша? Кончика. Каким он будет рисовать цветом? Коричневый. Коричневым? Кстати, коричневый. Да. Так, смотри, Влад, здесь еще есть наклейки. Я хочу клеить. Сейчас мы будем клеить наклейки. И есть еще книжка с заданиями и разукрашками. Здесь, смотри, у нее бантик аж где на волосиках. Да. Да. Бантик. Нет, а здесь у нее бантик просто на головке. Видите, ребята? У нее в мультике бантик был аж вот здесь. Вот. А тут он у нее на головке. Покажем, какие здесь задания есть. Уга-уга. Да. О, крестики-нолики можно поиграть. Сейчас я тебе отдам книжечку. Да, да. Конечно, ну она же твоя. Разукрашка. Я клеить. Да, сюда клеить наклейки нужно. Спасибо, миньончик, бабасить. Да, лабиринт. О, своди циферки. Что? Я хочу. А что ты хочешь? Да, Влад занялся своими делами. Владик, Влад. Да, ты будешь клеить наклейки? Ну тогда говори ребятам пока. Пока, ребята. Пока, ребята. Подписывайтесь на наш канал. Пока, ребята. Да, ставьте лайки и смотрите продолжение нашей... Кои. Привет, миньончик. И смотрите продолжение нашей серии про троликов. Еще одной серии. Да, пока-пока. Да.